Всем доброе утро. Доброе утро. Еще раз. Я встала сегодня в 8:50. Сейчас 8:45. Мне, по идее, через 20 минут надо выходить. Надо как-то ускориться. На завтрак у меня сегодня вареники с капустой. Я их сварила вчера и ночью. Они были с маслом, все нормально, но ночью они все равно слиплись, я их еле отодрала от кастрюли, но пахнет все равно вкусно, поэтому неважно, как выглядит, главное, чтобы было вкусно. Сейчас нужно будет быстренько накраситься, одеться, быстренько, типа я это умею, и поехать на учебу. Сегодня у меня 3 пары, поэтому я завтракаю и бегу дальше. Собираться. Я уже в машинке и опаздываю. Почему мне так сложно вовремя выходить? Но я же реально не сижу, не втыкаю, я все время собираюсь. Я выделила вот сегодня тоже. Опаздываю, точнее. И ходила, думала, почему я опаздываю, анализировала. Во-первых, мне нужно научиться утром не прикасаться к телефону каким-то образом. Потому что я в туалете утром надолго зависаю, извиняюсь за такие подробности, но просто когда я беру с собой в туалет телефон, это все. Я просто могу там сидеть 15 минут, ну как бы ничего не делать уже, но залипать в телефоне. Просто ставь лайк, у кого тоже так. А периодически еще случается такое, что я попадаю туда с зарядкой для телефона, и это вообще навсегда просто. Я долго, сильно, много трачу времени, точнее, на то, чтобы помыть утром голову, потому что ее надо помыть, высушить. Если я понимаю, что мне надо помыть голову, мне надо вставать прямо на порядок раньше и думать об этом с вечера, а не вставать за час, как всегда, и думать, что я чудом как-то успею в этот час всунуть еще и мытье, и сушку головы. Так это не работает. Плюс мне желательно бы начать с вечера думать о том, что я надену на следующий день, потому что я тоже трачу время, потому что стою, втыкаю в шкафу, не знаю, что мне выбрать, и как бы и на этом тоже трачу время. Собираю вещи на пары, но тут как бы такой вопрос, я всю форму сейчас как раз взяла с собой, чистую, и везу с собой в колледж, оставлю ее там. Типа, чтобы... Нет, светофор. Короче, всю форму везу, оставлю ее там в шкафу, чтобы не возить ее каждый раз сюда. Я обычно только так и делаю, я просто забираю то, что нужно постирать, а чистое все время оставляю там, в колледже, и типа... Так мне не нужно каждый день брать с собой форму. Что еще? Если вот буду этих хотя бы правил придерживаться, то, в принципе, все должно стать намного лучше и удобнее по утрам. Потому что, видите, даже за счет того, что я впритык встаю, впритык все делаю, бегаю, я не успеваю даже нормально утром на влог снять свое утро, ибо ношусь, спешу, и вот так поговорить с вами, по сути, уже могу только в машине. Не знаю, хорошо это или плохо, и нравится ли вам утренняя болтовня или нет, короче, напишите в комментариях, но я бы хотела утром больше времени выделять на съемку тоже, а для этого тоже нужно дополнительное время, и как бы для меня бы идеально вот вставать за 2 часа до учебы, потому что я обычно встаю за час 20, если получится. А вот если бы я вставала за 2, вот я бы тогда все спокойненько успевала. Но за всю свою жизнь я выделила еще один такой нюанс, что
сколько бы времени у меня не было на сборы, 3 часа, 5 часов, 2 часа, я все равно опоздаю. Типа, я откладываю все максимальные сборы до самого конца, вот до упора. И, соответственно, мне этого, конечно, не хватает. Поэтому мне надо каким-то образом научиться вот использовать полностью весь свободный отрезок времени, который у меня есть, и собираться вот все это время, а не встала за 2 часа, полчаса сижу в туалете, втыкаю, ни черта не делаю, а потом начинаю бегать, носиться и так далее. Короче, вот это, в принципе, мои проблемы. И видите, я прекрасно это все осознаю, я прекрасно это все вижу, но почему-то вот все равно так получается. Я даже читала книгу о том, как перестать опаздывать, и читала эту всю горькую правду о своей личности, которую мне кидали в лицо, анализируя, типа, мои опоздания и все такое. В книге очень все хорошо прописано, но, несмотря на это, я все равно не смогла с этим справиться. Это ужасно. Блин, люди, я не понимаю, кому придумали пешеходный переход, если вы бегаете, тебе попало. Просто я... Вот еще давайте про пешеходов. Раз мы уже едем, говорим, у меня пара через... А, через 3 минуты должна начаться. Ну, я предупредила преподавателя, написала, что я опоздаю, поэтому не так страшно мне. Раз уж мы заговорили сегодня с вами на все такие темы, пешеходы. Пожалуйста, ребят, ходите через дорогу только в положенных местах. И даже когда вы выходите на дорогу на пешеходном переходе, даже когда вы выходите на зеленый свет, пожалуйста, смотрите по сторонам. Как бы это ни звучало занудно, и я прекрасно уверена, что вы это миллион раз уже слышали, но я вам скажу миллион первый. Потому что я не понимала, насколько пешеходы незаметны, пока вот это вот не села за руль. Это просто жесть. Бывают такие тупые ситуации, просто ты можешь ехать, ты можешь смотреть прямо на дорогу, но откуда-то вообще, то есть ты вроде сосредоточен, но появляется пешеход, и ты типа по тормозам или что-то еще, ну, в неположенных местах, я об этом. Понятно, что водитель должен быть сосредоточен в течение всего своего пути, так и есть. Но все равно больше внимания на тротуарах и вот на обочинах. В основном водитель обращает внимание, когда проезжают мимо пешеходных переходов и видят знаки пешеходных переходов. И в моменты, когда кто-то перебегает дорогу не там, где мы могли на это рассчитывать, это капец как в какой стресс вгоняет. Просто машина же тоже не, знаете, не пушинка. Ее остановить за долю секунды невозможно. А свернуть можно, не дай бог, испугаться пешехода, который начал выбегать даже, но остановился в последний момент, увидел машину. Можно испугаться, свернуть на встречку, не дай бог, врезаться в другую машину. Ну, то есть, вы когда такие вещи делаете, типа, пожалуйста, задумывайтесь о том, что можете пострадать не только вы, но и другие люди. И, типа, можете вообще вы не пострадать, а другие пострадают. Это вообще очень страшно. Сорян за это трагическое отступление, но, блин, это правда. И я не могу. Вот бабушки даже, особенно старенькие, когда... Я понимаю то, что пешеходный переход может быть слишком далеко. Им сложно дойти до пешеходного перехода, и они стараются перейти где поближе, потому что, ну, физически им сложно пройти такое расстояние. Я прекрасно все понимаю. Но когда бабушки начинают в тупую вот так идти через дорогу, даже не посмотрев по сторонам, то есть машины летят по дороге 70, ну, то есть на скорости 70 тоже за секунду не остановишься. И тут на обочине появляется бабушка. Причем она идет медленно, да, она идет медленно, она не бежит через дорогу, а все машины начинают резко тормозить. И даже если бабушку никто не зацепит, несколько машин могут столкнуться между собой, потому что бабушка появилась на горизонте, и все начинают останавливаться, чтобы ее, не дай бог, не сбить, потому что все прекрасно...
скорость не переключила. Потому что все прекрасно видят эту бабульку и могут вот так вот друг друга в жопку где-то поцеловать пару машин. Поэтому думайте 10 раз перед тем, как сэкономить себе время, не дойдя до пешеходного перехода. И я говорю, даже на пешеходных и даже на светофорах зеленых смотрите по сторонам. Бывают ситуации разные, и я не знаю. Я в жизни, слава богу, никогда не видела, как сбивали людей, пешеходов, но мне рассказывали истории. Вот Карина даже недавно моя говорила, что видела ДТП. Жесткое ДТП, как сбили просто мужчину насмерть на дороге, не на пешеходном переходе это было как раз. Я вот, особенно после того, как она мне это рассказала, прям очень начала задумываться насчет того, что я делаю на дорогах. В принципе, это все, наверное, что я хотела вам рассказать. Про безопасность на дорогах вам рассказала и напомнила, не забывайте об этом. Про опоздание свои вам рассказала. И да, у меня уже идет пара, 2 минуты. Мы с девочками уже закончили с парами сегодня. А Карина, вон, смотрите, чилится сзади. Шо, подруга, как ты себя чувствуешь? Обморочный мандец. Обморочный мандец. Карина сегодня на современном потеряла сознание. Это вообще жесть. Я думала, ты помрешь. Я уже думала, что у тебя завещать. Я думала, мы помрем. Ой, чудо такое. Это капец какой-то. На шатырь ей давай все давать, откачивать. Вот что значит старалась на паре, танцевала. Ужас. Нельзя так себя изводить. Угу. Везу в общагу. А мы с Настей еще на одну пару едем. Как всегда. Все. Одинокие рейнджеры-самураи. Я могу повторить. Шо? Не падай, не надо. Пожалуйста, если... Говори с нами в дороге, если ты вдруг замолчишь, я пойму, что ты откинулась, надо тебя откачивать. Если что, мы будем мимо поликлиники проезжать, мы остановимся. Яблочко, только ты быстро будет, откидывайся, это поликлиника. А то опять скажут, что я не делюсь ни с чем с вами. Я не буду яблоко, спасибо. И то вообще про Настю было, что Настя нет, ничего не предложила. В комментарии написали, мне одной бесит, что Карина ест баунти и ни с кем не делится. Ой, все, поехали. Я очень не хочу танцевать еще одну пару. И Настя тоже. Потому что завтра будет болеть все ужасно. Ибо у нас сегодня первая пара на современном, там, где Карина как раз потеряла сознание, была силовая подкачка. Типа так. Мы делали много кругов. Ой, да. Сложных упражнений. И это все было на сердце, время, чтобы кардио. Час мы тупо прыгали, ну там даже ни времени подышать не было. Ну 30 секунд это не считается. Да. И поэтому сейчас мы просто как сопли. Да, я еще ехала в машине. Меня так расслабило. Мне еще сегодня надо опубликовать влог. Опять хрен знает, когда это сделаю. Нам только что сказали, что пара у нас все-таки есть. И мы так рады. Очень. Я просто... Еще пара, дуэт. Это мы будем учиться делать поддержки с партнерами и все такое. Правда, я не знаю, партнер, наверное, у меня, когда я просто стою, дело трусится. Какие поддержки? Да, я не понимаю. После этой физухи сегодняшней у меня просто минуснулась вся мышечная система. Я стою, у меня вот просто... Мне телефон сложно держать в руках. Не то, что какие-то там поддержки еще делать. Короче, пожелайте нам удачи. По-другому. Собственно, я вот это только не знаю. Антон мне... А, вот как раз скинул влог, походу. Только хотела сказать, Антон все еще. О, влог сколько разница во времени? У него на 3 часа больше. Угу. Поэтому влоги выходят раньше. Угу. Мне надо... Я вот сейчас только после пары успею его опять загрузить. Это капец какой-то. Угу. О, на 28 минут получился. Супер. Я надеюсь, у нас получится пораньше отпроситься. Я не хочу туда. Я свободна! И могу ехать домой, наконец-то. Кстати, пара оказалась не такой страшной, как мы себя готовили, потому что, несмотря на то, что мы были очень уставшие после предыдущих двух пар,
Мы очень хорошо позанимались в плане продуктивно и полезно. У нас был дуэтный танец, и мы просто учились делать разные поддержки. Азы сегодня проходили, поэтому ничего суперсложного такого физически мы не делали, но мы очень много в плане техники сегодня поняли, и это было классно. Только что звонила Тёме, попросила его достать мясо из морозилки, чтобы оно начало размораживаться, и к вечеру я смогла что-то приготовить с курочкой или там еще чем-то. Так что надо будет придумать, что приготовить. Я уже хочу кушать жутко. Сегодня между парами съела яблоко и мандаринку, по-моему. Да, яблоко и мандаринку. А в целом уже прям очень голодная. Еще не публиковала сегодняшний влог. Это капец просто какой-то. Я снова не успела сделать заранее превью. И опять влог выгружается у меня позднее время довольно, потому что когда я ухожу на учебу, Антон еще к этому времени не успевает смонтировать влог, и, соответственно, он мне присылает готовый вариант, как раз когда я где-то на учебе, и я между парами, проверяю, все ли хорошо, иногда я даже не проверяю, иногда бывает такое, что я, не пересматривая влог, его публикую, потому что просто не успеваю на учебе это сделать. Так вот, он присылает мне его как раз, когда я на парах, не могу его пересмотреть, не могу сделать превью, не могу оторваться никуда. Артём его заливает на канал, и, собственно, я уже, когда приезжаю домой, могу делать превью и все, что еще нужно с видосом. В общем, это капец какой-то. Так, я сейчас выехала на ту дорогу, где я вчера поймала эту страшнющую яму. И я очень надеюсь, что сейчас я смогу ее, объехать и не влететь в нее, потому что я не могу. Это просто закон подлости. Каждый раз, когда я еду по этой дороге, я ловлю эту долбанную яму. Подержите за меня кулачки. Надеюсь, все сегодня обойдется. По планам на сегодня у меня пока что больше ничего нет такого глобального, но у меня есть мелкие такие задачки, типа нужно закинуть в стирку вещи, которые там у нас еще остались в корзине, плюс мне нужно сегодня подумать, что я Дашке на день рождения куплю, потому что уже в эту пятницу, если вы помните, напомню, кстати, в пятницу я еду в Харьков и буду там все выходные, субботу, воскресенье, и еду я к Даше, к своей одной из самых лучших подруг в гости. Мы будем чилиться, отдыхать, сняли квартиру, в аренду, и все будет у нас чики-пуки. Так вот, я еду, чтобы мы наконец-то отметили ее день рождения, который на самом деле был еще фиг знает когда. Он был у нее 10 сентября, октябрь, ноября. Да, 10 ноября у нее был день рождения, а мы все еще его не отмечали. У нас традиция всегда, мы встречаемся, отмечаем наши днюшки вместе, поэтому нужно это тоже сделать. И я до сих пор ей не дарила подарок, мы это обсуждали, все нормально, никто ни на кого не обижается. Нужно придумать, что ей подарить, а то будет некрасиво. И плюс, да, ребят, я объехала эту яму, а машина, которая меня обгоняла в этот момент, в нее влетела. Собственно, придумать, что подарить лучшей подруге, задача номер один. Задача номер два – зайти в интернет-магазин, Инстаграм какой-то и заказать себе каких-то пару вещей. Вот сегодня я прям точно должна. Я планировала это сделать вчера, но так и не дошли у меня руки. Дальше. Опубликовать влог мне нужно. И еще. Все, не помню, что еще. Мне надо заглянуть в мой список дел. Я туда все записывала. Я устала, у меня все тело болит и ноет. Завтра будет дикая крепатура. Ну ничего, я сама выбрала этот путь. А еще я хочу, кстати, записаться опять на танцы, конкретно не только в колледже, то, что я танцую, а дополнительно, скорее всего, в Тисайд, туда, куда я раньше ходила на Хиллс, если вы помните. Но хочу выбрать направление сначала, конкретно какое я хочу, и после записаться в студию, чтобы танцевать не только то, что от меня требуют в колледже. Мне не хватает немножко. Как-то так. Девочки!
Иди, я тебя поцелую. Ты сделал салат. А сейчас с каким ты? Да, все, что было в холодильнике. Кукурузу можно добавить? Добавлю. Молодец. Боже, какой хороший мальчик. Я пришла домой. У нас была сегодня физуха на современном. Дарья Александровна решила над нами сегодня немножко поиздеваться. Uh-huh. И, собственно, потом у нас после этого была классика после физухи. Uh-huh. А потом еще дуэт. Короче, все это в комплексе, наверное, завтра даст твоему телу... Буст? Да. Короче, Тёма сварил пельмешки. Вот они. И салат с капустой. И что там, колбаску еще добавил? И кукурузу. Да. Боже, ты просто прелесть. А я еще поднималась по ступенькам, и у кого-то из соседей пахло вкусно из квартиры. И я думаю, блин, вот было бы классно, если бы я сейчас пришла домой, а дома есть еда, и готовить ничего не надо. Представляешь, как... Визуализация. Да, я навизуализировала. Резко появились пельмени готовые. Ты самый лучший, знаешь это? Давай все, кушать. Мы кушаем, боже мой. Я только ехала, говорила, так, кушать уже хочу. Сейчас еще надо что-то приготовить. Артем размораживает мясо. Мы дома сейчас, и к нам пришли ребятушки. Да и Илюшенька валяется на моем диване. А это Женя. Да. Ребята только что снимали видос классный. Я снова была оператором. Я скоро буду брать плату за операторскую деятельность. Хорошо. Я уже научилась хорошо снимать. Тема натурой будешь оплачивать. Илюша, что ты грустный? Нормальными словами это не объяснить. Ну, немножко Илюшу сегодня довели все. Жизнь. Да, у меня есть кое-что. Илюша, хочешь, я подниму тебе настроение? Остров. Держи, это тебе. Как будто путевка в Таиланд. Спасибо. Но у тебя нет денег на Таиланд, поэтому картина. Илюха просто хотел эту картину себе. Я подарила. Занимаюсь благотворительностью. Помогай! Боже, люди добрые, я сделала такое дело, которую я очень давно не могла себе заставить сделать, и я так рада, что я его сделала. Короче, поскольку я сейчас учусь на 4-м курсе в хореографическом колледже, в этом году выпускаюсь, у нас госэкзамены. Нам нужно ставить на предмет композиция постановки свои. И каждый выбирал свою тему, каждый придумывал идею и стиль. Ну, в общем, полностью надо поставить свою постановку по всем там правилам и так далее. Я выбрала тему, это постановка по мотивам сказки «Красавица и чудовище». Буду ставить номер где-то на 3,5-4 минуты. Мне нужно было найти музыку, подобрать музыку, которую я хочу использовать, придумать, кто какие роли у меня будет в постановке исполнять из моих одногруппников, приблизительно прикинуть картинку уже хореографии, как я это вижу по перестановкам и так далее. И вот это вот все я сделала сегодня. И я безумно рада, потому что мне давно висел этот хвост, я уже недели две как должна была начать над этим работать, но все никак не доходили руки. А сегодня поймала вдохновение, поняла, что все, завтра на пару я должна уже прийти с музыкой, с готовой идеей полностью. Так что взяла только что 4 разных трека, свела их в программе красиво, сделала красивые переходы, в общем, расписала себе в заметках всю картинку, как я это вижу, и мне кажется, получится очень классно. Главное мне теперь собраться, поставить хорошую хорягу, собрать весь коллектив, и чтобы все это было классно, красиво и круто. Завтра у нас предмет будет композиция, пара. Я покажу педагогу музыку, дам послушать, расскажу свои заготовки. Надеюсь, что ему понравится, он одобрит и поможет мне реализовать идею так, как надо. Потому что, как ни странно, у нас в колледже предмет композиция, то есть предмет, на котором мы ставим постановки, появился только на 4-м курсе и только на 2-м полугодии. То есть, казалось бы, это один из самых важных предметов для хореографа, но почему-то у нас в программе он только в самом последнем полугодии. И поскольку мы, по сути, сейчас с нуля начинаем учиться все это дело ставить,
нам будет очень помогать педагог, и надеюсь, все будет супер классно. Но я почему-то уверена, что ему понравится то, что я подготовила, потому что я так уже с ним тоже общалась, рассказывала ему свои какие-то наброски, и вроде как ему зашло. Поэтому надеюсь, будет круто. Мне завтра на пару на 11:30 на первую, поэтому я могу встать в 10 спокойно, в 9:30 и, в принципе, высплюсь. Сейчас уже 1:00, но я не жалею, что я не легла сегодня до 12, как хотела, потому что я сделала большое дело, важное дело. А чаще всего как раз у меня вдохновение на все такие вещи появляется во второй половине дня. Не во второй половине дня, а ночью. Тёма сейчас поехал... Он еще поехал 3 часа назад, короче, пацанов закинуть, потому что Илье надо было большую картину нашу, Монализу, мы отдали Илюхе, и надо было ее завести ему домой, потому что на метро, типа, он никак бы ее не дотащил. И Тёма отвез Илюшу, и, я так понимаю, они еще снимали у них дома какое-то видео, потому что Марк с Ильей хотят снова начать снимать на Рефлекс. Если вы помните, еще был такой канал, ребят, Рефлекс называется, и Марк с Ильей хотят продолжить его вести вдвоем, типа. И они какое-то видео уже туда тоже снимали сегодня. Тёма мне написал, что сейчас он быстренько уже будет собираться ехать домой. Я пока пойду в душ схожу. Ну, короче, такое. Толку с того, что я сегодня утром помыла голову, просто никакого, потому что мои волосы сегодня... Я пропотела 38 тысяч раз на этих сложнейших парах сегодня, и от моих чистых волос осталось ровно ничего. Но как бы не страшно. Я пошла купаться. Еще хочу кушать, но уже 1:00. Сейчас я уже ничего не буду в себе пихать, потому что это прям очень вредно будет. 2:30. Я сказала вам, что я хочу кушать. И это таки правда, я хочу кушать. Вспомнила, что у меня есть баночка детского питания яблочно-бананового. О, я хотя бы немножко съем просто. Я не могу прям на голодный желудок идти спать. Умылась, сходила в душ, и сейчас смотрю фильм «Красавица и чудовище» 17-го года с Эммой Уотсон в главной роли. Просто потому что хочу вспомнить какие-то нюансы по фильму, и мне будет тогда проще ставить постановку. Пока купалась только что смотрела, умывалась смотрела, и вот сейчас ем пюрешку, тоже смотрю. Тёма набрал только что... Сказал, что уже выехал, так что минут через 10 должен быть уже тут. Откроем двери. В принципе, все. Я довольна тем, как прошел сегодня день, потому что у нас была классная пара по дуэту, очень интересная. Я сделала музыку, то, что давно не могла сделать. Но я так и не дошла до интернет-магазинов, до вещей. И не решила еще, что я Дашке куплю. Так что переносим это на завтра. Это плохо, но сейчас я уже точно не буду это делать 2:30. Все, ребят, давайте я, наверное, на этом закончу. Сейчас пойду лягу в постель, даем свою пюрешку, открою тебе дверь и буду уже спать. Мне просто сейчас еще пока буду есть вот эту штуку, надо скинуть видео с камеры на компьютер, чтобы Антон мог их смонтировать. Так что спасибо за то, что были сегодня со мной. Влогик, знаю, получился не очень насыщенным. Я планировала его как-то побольше снять. Но как выходит, ребят? Я вам говорила уже как-то, что порой мне хочется делать какие-то более красивые влогики снимать. Но из-за того, что снимаю каждый день, мне не получается выделять достаточно времени, чтобы вот прям, знаете, красиво все было, насыщенно и много всего. Поэтому влоги как есть, я надеюсь, что вам нравится. И завтра точно так же моя цель не опоздать. Я 2 дня ставлю себе цель не опоздать, ни одного раза еще не получилось ее выполнить. Надеюсь, завтра все-таки получится. Поэтому... Поддержим за меня кулачки. Все в наших руках. Все, ребят, спокойной ночи. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх. Рассказывайте подружкам про мои видосики. Я думаю, им должно понравиться. А, кстати, я сегодня влог не выставила, потому что YouTube затупил и не хочет заливать мое видео на канал. Я вот только сейчас его загрузила
в час где-то ночи оно получилось. YouTube тормозил, и из-за этого не заливалось видео. И мне в директ некоторые написали, что у них тоже сегодня такое было. Видимо, кто-то тоже снимает видео на YouTube, что тоже не заливался видос. И у Артёма сегодня проблематично заливался, но, слава богу, у него получилось. Хотя он очень плохо заходит. Ну, типа, по просмотрам не растет так, как обычно растет. Типа, динамика чуть-чуть не та. Скорее всего, на YouTube сегодня просто были какие-то сбои. И из-за этого видос я не выставила. Так что выставлю влог завтра. А это, наверное, ставлю на послезавтра. Короче, буду решать. Все, всем пока.